Это тоже кальцит. О, он даже с адуляром. Нет, это кристаллы. Вот кальцит, известняка, вот и вот аксениты. Вот. Вот замечательный. У каждого минерала структура кристаллическая своеобразная, своя. Поэтому у одних преобладают кубы, как у перита. У других вот шестигранные призмы, как у кварца. У слюды плоскости такие тонкие, плоские слюда. То есть у кальцита ромбики, ромбические. То есть природа так. Ну, за счет этого у них разные свойства физические. Но кто-то верит в богатство Приволжского Урала, кто-то не верит. Я отношусь к первым. Ну, я так думаю, что если бы он находился по доступности на Среднем Урале, там бы сырьевая база была бы здесь разведана и не меньше, чем Средний, Южный Урал, и свои бы магнитки были, и свои бы эти. Есть месторождения, просто они нерентабельны их сейчас. Тот же, те же хромиты тут есть, те же уголь каменный. Так все, что вот сделано за советское время, тем и пользуются до сих пор. Конкурсы продают разведанные месторождения, частники их эксплуатируют. А нового ничего не ищется, кроме, конечно, газа и нефти. А все остальное брошено. Ну, золотом занимается немного. Вот сейчас хромитами немного занимаются, еще чем-нибудь. А нормальных крупных капитальных работ по геологии нет. Приполярный Урал, да. Вот по сравнению со Средним Уралом, если там, грубо говоря, на квадратный километр площади пробурено там сотни скважин, то здесь одна. Как можно изучить территорию с таким количеством скважин? Много полезных ископаемых, перспектива есть. Другое дело, что может и хорошо, что нет транспортной сети. Иначе бы вот этот проект, который затевался УПУП, Урал промышленный, Урал полярный, если бы прошла дорога по восточному склону Урала, ну, в течение 10 лет было бы скучно здесь после этого. Нужны такие уголки, которые вот достаточно нетронутые. Вот Городков был директор первой советской экспедиции в 1924 году. Он верил в богатство Приполярного Урала. Он не верил. Все зависит от изученности. Ведь найдены же какие великолепные месторождения горного хрусталя жильного кварца.
А их здесь найдено 77. Вот полярный кварц сейчас и создан для того, чтобы начать добычу этого ценного материала. И я думаю, с возрождением этих работ может быть возродится геология на приполярном Урале. Кварцевые жилы, они как образовывались, и как хрусталь, собственно. На глубинах все это происходило. Давление порядка 300 атмосфер, температура 250-350 градусов. Вот в этих вот условиях циркулирует вода все равно. И вот эти растворы, в которых масса элементов, примесей, в том числе двуокись кремния, все это растворялось и циркулировала, фильтровалась на больших глубинах. А потом при поднятии к поверхности, в результате тектоники образовавшиеся какие-то трещины, полости, и кристаллизовывалось, образовывались вот такие прочнейшие конгломераты, кварцевые, звонкие и прочные очень. Если наглядно представить, все изучали вот физику в школе, вот раствор соляной соли, если взять стакан перенасыщенный, туда положить ниточку с кристаллом и его опустить, и из этого насыщенного раствора скоро начнут на него накапливаться кристаллики, образуется гроздь кристаллов такая вот, да. Ну, вот процесс похож, только по составу разный. Вот кварцевая группа месторождений, аметисты, вот на север отсюда косоварка месторождения. Поставлялись аметисты для ювелирпрома в течение чуть лет 15, добывали, стоял участок, добывали. 90% огранчного аметиста оттуда добывали. Громадная разновидность кварцевых минералов. Прозрачный – это горный хрусталь, желтый – это цитрин, черный – это марион, фиолетовый – это аметист, зеленый – это празим. Это из драгоценных фельдзиты породы. Не уступают ни одному месторождению вот яшмового комплекса Среднего Южного Урала полоса. Яшмы во всем мире известны и ценятся. Здесь великолепнейшие вот эти вот яшмоиды, но кроме как вертолетом там не выведешь ни камушка. Сколько он будет стоить, эта яшма? Но рудопроявлений здесь очень много. Цветных металлов, цинка, меди, свинца. Значит, редких металлов, необия, тантала, бериллия. Алмазы найдены, кимберлиты на Хартовской площади. То есть гамма полезноископаемых довольно внушительная.
нефритоиды, нефриты тоже, жадеид. То есть вот такие достаточно интересные камни. Проводились работы, какие-то опробования проводились, сколько-то там вывозили. Но что такое месторождение? Это не только вот геологический объект, вот оно есть. Месторождение – это категория экономически промышленная. Вот если ее нерентабельно добывать, это не месторождение, это проявление. Ну, про золото – это отдельная тема, то есть весь приполярный Урал заражен золотом. Может, и хорошо, что труднодоступно. В таком виде все можно любоваться. А если бы была доступность, как вот Средний Урал, здесь бы уже были и заводы, наверняка, и электростанции, и все.